Привет, я Алина Пак, детский стоматолог, терапевт, хирург. Работаю в Dental Fantasy уже более 4 лет и принимаю детей с рождения и до 13-14 лет, иногда старше. Я считаю, что главное в моей работе – это комфорт ребенка, поэтому много внимания уделяю адаптации детей к стоматологическим манипуляциям, а также использую седацию с закисью азота с кислородом для тех, кому лечение дается сложно. По показаниям провожу лечение в предельно безопасном наркозе. Я занимаюсь лечением молочных и постоянных зубов с применением медицинской оптики. Восстанавливаю зубы реставрациями с природной анатомией, а также использую специальные коронки для молочных зубов. Считаю, что любое, даже самое качественное лечение не будет долговечным без профилактики. Поэтому на приеме выделяю время для обсуждения особенностей питания ребенка, домашней гигиены, а также профилактических мероприятий в кресле стоматолога, таких как герметизация фиссур, профессиональная гигиена и диагностические снимки. Также вы можете обратиться ко мне с любой хирургической проблемой – короткой уздечкой, новообразованием полости рта, удалениями разной степени сложности, сверхкомплектными зубами и многим другим. Записывайтесь ко мне на прием, буду рада видеть вас в Dental Fantasy.